постоянно готовится, что сейчас будет какой-то скример. Чего? Тварь. Ну нахер я иду домой, да? Несколькими часами ранее. Миру мир. А мне пломбир. Дима, 19 часов вечера. Этап для просмотра задач. Нужно идти домой. Так, я так понимаю, это Дима. Дым там выдыхает. Это, наверное, его подруга. Обстановка такой типичный вечерний Екатеринбург. Где-то, наверное, какого-нибудь, скажем, там, сортировки. Или рядом с Таганским, рядом. Вот такие вот точно дома, только они там не желтые, а красноватого такого цвета. Вот. Машины также стоят. Так. О, мы можем шифтить. Это хорошо. Так. Хой жив. Так, тут какие-то пакеты, они больше на пакеты с кишками похожи. Аня сказала, что оставила мне сюрприз возле двери. Так, нам нужно найти дверь, возле которой стоит сюрприз. Все понятно. Так, тут что у нас? Свободовцы и сталкеры обитают, я так понимаю. Ой, какой ужас. О, как он мурчит. Ну-ка, давай его погладим. Все? Понятно. А, вот наш подарок. Это, наверное, и есть сюрприз. Вау. Наверное. Так. Аня плюс Дима. Ты лучший. Так, зажигалку возьмем. О, ништяк. F, включи зажигалку. Так, а у нас тут пахать ничего страшного, что тут кто-то ходит. Ну, судя по всему, ничего страшного, да? Так, ну и, а что нам, куда идти? А, тап. Так, включить свет во всей квартире. Вот, все, хорошо, это мы сделаем. Так, а что тут не включается? А, во. Ой-ой-ой. Фу, аж мурашки пробежали. Открой коробку с подарком от Ани. Угу, давай, открывай. Аня, блядь, ну... Ну вот, Аня, ты чё вообще подарила-то конченая? Какой ужас просто вообще. Так, я все ложи. Какая уродливая кукла, где она ее взяла? Так, посмотреть задачи. Иди в свою комнату. Вот это мы вообще запросто. Так, давай посмотрим. Квартира у нас, ну, стандартная такая российская квартира, да? Тут у нас кухня. Так, тут ванна, туалет, я так понимаю. Так, ага. Открываем дверь. Ага, вон еще комнаты. Йо, какой срачельник-то в комнате вообще. Чувак, ну нельзя так жить. Давай. О! Я так понимаю... Это, наверное, тоже Аня подарила. Разберу рюкзак. Сегодня закончилась первая неделя в новой школе. Теперь я учусь с Аней в одном классе. Круто. Распакуй рюкзак. Что-то там на Аню столько много внимания. Куплинов, блядь. Проверь книги на столе. Интернет опять лагает. Да, мы в курсе, что интернет у нас лагает. Это прям... Так, проверьте книги на столе. Так. Аня плюс Дима. Берешь только фотографию. А, вот. Так, Дима, я так рада, что мы с тобой теперь учимся в одной школе.
и живем рядом. У нас было классное лето, и я так не хотела расставаться. Позвони мне сегодня в 22:00. Папа в это время уйдет из дома, и я смогу поговорить. Так, мама обычно оставляет записки на холодильнике, надо проверить. Посмотрите задачи на холодильнике. Да понятно, что тут задачи. Чувак, давайте просто сбежим из этой квартиры. Иди, какой ты неприятный. Аж мурашки по телу пошли. Так. Включить свет в коридоре, ага. Ты там до сих пор? Кончено. Так. То есть все, нас вообще ничего не смутило, что тут какой-то жесть, какой-то клоун перемещается. Мы идем и смотрим задачи на холодильнике. Ну, давай. Так-с. Задача на сегодня. Расправь диван, помой посуду, прибери в большой комнате, прибери на кухне, вынеси мусор. Так, расправь диван, помой посуду. Ну, давай. Ой. Продолжить. Так, помыть посуду. Конченый, ты чё тут бегаешь, блядь, пугаешь меня. Так, или тут по порядку надо все делать. Так. Да, по порядку, я думал, пока на кухне. Ну ладно, идем. Идем. А ее уже нету ни здесь, ни здесь, да? Расправь диван. Так, помой посуду. Звуки такие неприятные сделаны вообще в игре. Ну да, нас же вообще ничего, блин, не смущает. Какой слоник отвратительный. Вообще ужас. Так. Все, моем посуду, намываем. Это мы кашляем. Это Дима, который учится в школе, кашляет таким заядлым голосом курильщика. Так, приберитесь в большой комнате. Вот мы с... Ты куда делся опять? Чувак, тут надо бежать. А тут еще и Дима курит, я так смотрю, да? У Димы проблема в семье, а тут и пиво, короче, и сигареты на кухне. Дима такой ребенок, который... Понятно. Такс. Так, приберитесь больше... Ты иди нафиг. Какой ты отвратительный. Суки скримеры. Пойди включи свет. Да, конечно. Включи свет в коридоре. А как дверь опять не открывается? Это что? Тварь. Ой, долбаный гном, а. Вы это видели? Пиздец, у меня мурашки пробежались. Дима, вали с этой квартиры. Тебе не надо тут находиться, Дима. Ой, жесть какая, блядь. Сука, Дима. Дима, говнюк. Приберитесь в большой комнате. Так, короче, надо просто сидеть постоянно, готовиться, что сейчас будет какой-то скример. Вот этот вот. И... возьмите веник. Конечно, с чем? Давай веником сейчас.
веником, все сметем, что можно скрести. Так. Сука, Дима. Так. Ну и что? Угу. Ага. Ну, нормально, уже стоит там. Так, смотри, приберитесь в кухне. Дима, ты вот не можешь в кухне сначала прибраться, потом пойти в комнату прибираться, а? О, какая-то записочка. Уже завтра 7 сентября, мы переедем. Так, уже завтра 7 сентября, мы переезжаем. Диме нужно в школу. А у дяди Вити сломалась машина перед самым переездом. Мы и так столько времени откладывали. Теперь нужно думать, кого попросить нам помочь. Я надеюсь, что за несколько дней ты найдешь, с кем забрать наши вещи из старой квартиры. Возьмем с собой пока самое необходимое. Позвони мне, как прочитаешь. Я так понимаю, это записки, наверное... Так, папа быстро решил с кем перевезти коробки, родители забрали все нужные вещи и нашей прежней квартире, даже эту записку. Ага. Так, еще и это сломалось. Фух, так, приберитесь на кухне. Так, давайте как-то скримеры будем помягче, а? Делать. Что тут? Ну, о. Все, суетись. Так, осталось выбросить мусор. Так, и где у нас мусор? А, он, наверное, этот, возле порога уже где-то лежит, да? Ну, все. Блять, кукла, ё-моё. Так, берем. Да сожги ты её. Надо выбросить эту дурацкую куклу, сжечь и солью засыпать. Я в винчестерах видел так, да-да-да, делают. Так, выйти на улицу. Все, пойдем. Так, ну пошли выбрасывать мусор, чё. Зажигалка, если чё, есть, то нормально. Какая-то, блядь, страшная тоже. Та-ра-та-ра-тан. Так, а тут уже, чё, эти переехали или это на втором этаже? Так, где мусор? Мячик. Где тут мусорки? А, все. Чего? Какая-то бабка ёбнутая смотрит за нами, наблюдает. Так, все, выбрасывай. Иди домой, ну блин, Дима, может, не стоит нам идти домой, а? Просто останемся. Мне показалось, или вот здесь сейчас что-то стояло, а? Фух, блядь, как страшно, ребята, это... Ну его нафиг. Да ну нафиг. Ебать, там еще и дверь открылась. Может, сразу в подвал какой-то затопленный, да? Сука ты, блядь. Почему дверь открыта? Вот мне, Дима, блин, ну вруби голову. Зачем... Куда идти? Ой, господи. У Димы вообще отсутствует страх. Инстинкт самосохранения. Да и страх тут, походу, только у меня у одного. Так. Чего? А, ну все правильно. Так. Сейчас будет скример, крепись. Да ё-моё, ну кукла опять здесь. Это еще тут. Давай, найди выход. Блядь.
Он пропал. Сейчас будет скример. Крепись. Поиграй со мной. Дверь вроде открылась. Да. Ну нахер я иду домой. Да, понятно. Посмотреть задачи. Иди домой. Вот она и первоначально была такая задача. Иди домой. Так, свобода, привет. Так. Ты лучший, да, конечно. Лучший. Так, мы не открывали эту дверь перед походом. Дима, да. Дима, ты куда пропал? Ты часа три назад зашел себе в подъезд. Моя комната выходит во двор. Я видел, как ты выносил мусор. Так, это лошадь без... Так, я зашел в подъезд, и у нашей соседки на первом этаже была открыта дверь. Я решил, что что-то случилось, и решил проверить. О какой соседке ты говоришь? Она умерла прошлой зимой. Что? Ты уверена, что это она? Аня, где ты нашла эту куклу гнома и зачем мне это подарила? Дима, с тобой все в порядке? Я не дарила тебе никакого гнома. Ну как, ты оставила коробку с ним у нас у двери? Дим, тут кто-то есть. Аня, что происходит? Ты... Что ты увидела? Аня бросила трубку. Мне нужно выбраться из дома, с Аней что-то случилось. Так, что мы знаем? Во-первых, это конченая Аня, которая, она живет где-то в соседнем доме, она наблюдает за нами из окна. То есть гном не единственный, кто за нами наблюдает. И так, ладно, давайте все, успокаиваемся, идем дальше. Мы поняли. Аня конченая. Так. Такое ощущение, что тело какое-то. Так. Сколько ножей я спрятал в третьем ящике на кухне? Так. Раз, два, три. А вот как раз. Ой-ой-ой-ой-ой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть ножей. Сосчитай до пяти и иди налево. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас где-то будет скример. Ай! Найди 4 елочных игрушки, когда пройдешь через... Через какой люк? Тут. Так, у нас был проход. Тут приехала какая-то команда каменщиков и переложила нам все это тут. Мы соседнюю комнату спокойно проходили. Так, он закрыт, и нам нужно... А, подожди. Так, стопе, стопе. Там какие были цифры? Давай еще раз. Так, три. Три. Пять. Три, пять, четыре. Три, пять, четыре, ага. Так, три. Три... 5, 4. Надо 4 цифры. Сколько? А, сколько ножей? 36, 54. Попробуем сейчас. 36, 5, 4. Так, я сейчас понимаю, если мы откроем этот люк, будет скример. Поэтому я уже сжал свою пятую точку и... Сука. У меня еще наушники просто такие, на всей громкости сделано. Вы не представляете, как это, блядь. Так,
Нам нужно найти 4 елочных игрушки. Так. Изолента. Это что такое? Какие-то ящички. Перчатки. О, соленья. Можно я тут просто достану с этими соленьями? Это, судя по всему... А чё... Все банки перевернуты наоборот, да? На крышке. Так странно. Никогда такого раньше не видел. Так, ладно. Что нам нужно? Закрывай дверь. Нам нужно найти 4 елочные игрушки. Глаз какой-то лежит. Глаз. А, во. Нет, это не берется. Так. О, первая игрушка, колокольчики. Берем. Тут что такое? Тут нож лежит. Так, сюда пока не заходи. Ну, я понял, что мы играем по твоим правилам, а не по моим. Так что давай, ладно, пока сюда не заходим. Где-то я видел ломик у папы. Так, а, инструменты лежали на балконе. А-а-а! Конченый. Инструменты лежали. Вот этой же записки не было. Ха-ха-ха, я его забрал, ищи. Урод. Там что-то чмокает. Как будто мясо ест. А, вот он. А-а-а! Так, так, бери его, блядь. Желательно в руки его взять и отбиваться от этого. Сейчас скример по-любому будет опять. Он спрятал елочную игрушку. Так, 2 елочная игрушка взять. Ну нет. Так, тебе нужен болторез? Я спрятал его в шкафу. Блять, болторез в шкафу. О, готовимся. Готовимся. Вот сейчас. Фух. Когда ты маленько можешь предсказать, что сейчас будет скример, мне не так страшно, вот серьезно. Так, 2 елочные игрушки, да, я нашел только. А ничего, что у нас там где-то вода льется, а? Так, тут точно нигде больше нет. Ладно. Фу, какая тень страшная от этого слоника. Готовимся, сейчас может быть скример. Так, подожги свечку. Нельзя, да? Этот тоже больше не включается. Да ё-моё. Вот сюда бы, конечно... Тварь! 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 Конченая тварь! Так, я боюсь пока занавеску отодвигать, потому что я еще предыдущего скримера не отошел.
тоже не берется. А! Ага. Вон, третья елочная игрушка. Четыре новогодние игрушки. Так, ага. Взять, то есть три мы нашли. Тварь, тварь. Смотрите, какая тварь, а. Сейчас будет скример, она сейчас побежит, да? Фу, блядь, меня уже этот, я вот сижу просто вообще в напряге здесь. Давай уйдем, тут можно уйти. Началось колхозе утро. А, это самое, вот где мы начало начинали, да? Привет, мистер. Вот она, четвертая. Фух. Наряди рождественскую елку. Какую, эту? Нет. А, судя, наверное, там, в комнате где-то. Урод. Иди ты нафиг. Закрой дверь. Блять, я вот ночью сижу один, играю в хоррор на всю катушку, звук просто, это жесть, ребята. Так, елка у нас была. Здравствуйте, мистер гном. Проснись. Что? Ты вот хочешь там стучишь, блять? Ты в курсе, чтобы у меня был торец здесь? Я тебе сейчас всю стучалку твою отрежу, нахуй, нечего стучать. Понял? Чего? Ну, максимум, кого здесь можно бояться, по идее, старый ебанутый маньяк, который до сих пор жив. Чего? Но если он до сих пор жив, почему он до сих пор Яшу, блядь, не зарезал? Я что, блядь, заснул? У Яши же там, типа, почки до сих пор на месте. Он же, наверное, должен за ним охотиться или как-то так? Так, а зачем я взял болторез, здесь больше не было запертых мест? Мне нужно позвонить Ане, да я вообще не против. Если ты Ане пойдешь звонить. У тебя интернет лагает, Дима. А, это конец. Это конец. Слушайте, ну вот такой вот инди-хоррор прикольный был. Спасибо всем, кто посмотрел. Огромное спасибо за лайк, за просмотр. Пишите в комментариях, если вам понравилась данная тематика.